Вот делаю нарезку, хочу сравнить два вида колбасы. Сырокопченая европейская вот эта. Это тоже сырокопченая застольная. Производство Республика Беларусь, Гродно. Ну, по срезу сразу видно, какая из них какая лучше. Даже вот в нарезке видно, это уже заблестело. Жира больше, тут свинина, говядина, шпик. И тут свинина, говядина, шпик. По содержанию всяческих ароматизаторов, усилителей вкуса и так далее, они практически идентичны, только вот это содержит соевые грануловые, то есть тут соя, здесь в составе сои нету, она не, ну, свежая, мягкая, классная колбаса, вон срок изготовления 15 января, срок хранения 4 месяца. По вкусу, конечно, разница большая, это классная. Мясо чувствуется. Здесь очень кислый вкус. Это стоит где-то в районе $4,5. Это рублей 400 на российские, там где-то, да? Пусть 500. Это чуть дороже, 700 рублей российских за килограмм. Да, где-то порядка $7. Но это значительно лучше по вкусу. Но лучше всего, наверное, будет без всяких окислителей и усилителей. Это гусь. Всем приятного аппетита!